Зеленую красавицу в дом, на утренник или на работу. Сотрудники магаданского лесхоза продолжают создавать главный и самый востребованный атрибут Нового года. Труд непростой. Сделать каркас, подобрать сланиковые ветви, а потом уже собрать елку. Мастеру на одно такое двухметровое дерево нужно около 45 минут. Хранят заготовки в холодном помещении, чтобы до Нового года сланик не засох и не пожелтел. Кроме того, возникают сложности с материалом. Из-за аномально теплой осени обстановка была пожароопасной, поэтому работы над зелеными красавицами начались позже. Сложности были. Во-первых, у нас год был сложный в плане пожара. Пожары были, была очень долгая теплая осень. Вот, что оттянуло время производства работ по противопожарному обустройству лесов. Мы же сланник готовим при производстве противопожарных работ, то есть для, значит, предупреждения лесных пожаров в основном. Поэтому в этом году все сдвинулось. Из-за теплой осени, из-за того, что люди были заняты, из-за того, что люди с пожаров ушли, пришли уставшие все, соответственно. Также сотрудники лесхоза подготовили материал для елок на улицах Магадана. В общей сложности специалисты потратили около 3 недель. Передали основу для зеленых красавиц работникам ГЛУДа, а они оформили сланником 4 елочных конструкции – в Соколе, Уптаре и Снежном, а также на площади космонавтов. В данный момент занимаемся, наряжаем сланником на площади Магаданской. Впереди у нас еще 4 елочных конструкции нарядить сланником. Ну, вроде идем по графику. Задействовано около 6 сотрудников. Работают специалисты в течение светового дня. После того, как сотрудники ГЛУДа оформят елочные конструкции сланником, работники предприятия «Горсвет» начнут их украшать. А в начале декабря цикл новогодних и рождественских мероприятий откроет традиционная акция «Магадан зажигает новогодние огни». Кроме того, в областном центре планируют установить многочисленные ледяные скульптуры и горки, которые будут создавать новогоднее настроение магаданцам.